тоже чувствительный очень рычаг. Ну, другим словом, можно много примеров приводить. Сегодня речь идет о том, чтобы создавать льготы по получению земли. Но землю получат, они что они с этой землей делают? Вот с этим столкнулись на практике, они не знают, строить ли, не строить. Чтобы строить, это опять деньги, средства нужны. Продавать эту землю, она не всегда реализуется, потому что дали в таком месте, что она мало кому интересна. Поэтому возможности на самом деле есть, ресурсы есть, нету комплексного подхода. Вот мы должны просто осознать, что существует проблема, и мы должны создавать условия, не затрудняющие жизнь тех, у кого мало людей, а наоборот, облегчающую жизнь тем, у кого много людей. И тогда мы будем создавать экономические условия. Посмотрите, вот этот простой шаг с материнским капиталом, он на какое-то время, он сработал, он на самом деле уже, вот по оценкам специалистов, этот уже фактор уже не действует, но на короткое время, несколько лет, 2-3 года, он дал всплеск. Очевидно, он дал вот этот вот прирост. Поэтому на самом деле это не зряшные потуги, это затраты, которые окупаются. Поэтому надо этим думать, надо этим работать, просто поставить цели, последовательно к этой цели идти, решать эту проблему. В Беларуси проблема беспризорников и проблема детских домов не стоит так остро, как в России. Может быть, нам имеет смысл перенять какой-то беларусский опыт? Я был в Беларуси, в детских домах, в детских учреждениях. Мне была возможность ознакомиться, посмотреть, как они работают, в каком состоянии находятся. Прежде всего, это забота государства. Причем качественная забота государства, которая гарантированно обеспечивает им, каждому ребенку, который не имеет родителей, заботу, медицинское обслуживание, образование обязательно. И затем все пакеты льгот, когда человек взрослеет, получает совершеннолетие, там, с получением квартиры, с получением работы и так далее, и так далее. Но и объем, вернее процент, вот эта доля беспризорников там значительно меньше. Я имею в виду не об абсолютных цифрах, а о процентах, о доле. Поэтому я говорю доля в отношении, то есть процентное количество, оно небольшое. Я связываю это прежде всего с тем экономическим и социальным климатом, который в Республике Беларусь. Нормальное решение социальных вопросов, отсутствие социального напряжения создает условия, когда неблагополучных семей, ну, их в разы меньше или на порядок даже меньше, чем в Российской Федерации. А отсюда и ведь откуда эти дети без родителей, эти сироты возникают? Это, как правило, из неблагополучных семей. Потому что если доля неблагополучных семей уменьшается, соответственно, количество детей-сирот тоже уменьшается. Поэтому в Беларуси эта проблема решается легче. Но я обращаю внимание, опять же, на наш российский опыт. У нас есть республики, у нас есть субъекты Российской Федерации. Как правило, это все национальные республики, где проблемы детей-сирот нет, не существует. Возьмите Северный Кавказ. Нету ни одной сироты. Нету. Тот, кто остался без родителей, всегда родственники его подберут. Всегда он не будет на улице. Он будет накормлен, он будет обеспечен. Не всегда богато, не всегда, но всегда в соответствии с возможностями новых родителей, новых или попечителей, потому что по-разному там вопросы эти решаются, но никто на улице не брошен. То есть это вопрос еще менталитета у нас в обществе. Нас очень широко вот такая шла волна обсуждения закона Димы Яковлева, этой проблемы вообще сиротства у нас в Российской Федерации. Но само принятие закона, положительная сторона вот, принятия этого закона, это то, что эта тема вышла на передний план. Наконец-то о ней заговорили. Потому что раньше, как бы не предлагали ее обсудить, как бы отдельные депутаты не выносили ее на обсуждение, на пленарное заседание, это все казалось, да ладно, у нас тут экономика на первом плане, у нас тут международная политика, у нас тут другие проблемы на переднем плане, а проблемы детей всегда уходили на второй план. И вот сейчас, благодаря вот так сложившейся политической конъюнктуре, этот вопрос вышел на передний план, слава богу. И слава богу, потому что я считаю, нет важнее задачи, чем решить проблему наших детей.
Я думаю, что союзное государство здесь нам может очень помочь именно в обмене опытом. Мы проводим семинары, мы говорим о проблемах строительства союзного государства, мы говорим о проблемах, которые существуют в Российской Федерации, в Белоруссии, которые требуют решения, и обмениваемся. И порой этот опыт просто бесценен, там не нужны затраты. Мы с удивлением узнаем, что не нужны какие-то финансовые имеются затраты, а нужны просто моральные затраты, душевные затраты, ну, может быть, организационные. Поэтому вот этот обмен опытом нам позволяет заимствовать опыт, взаимно обогащаться. Но это тоже большое дело в решении тех вопросов, которые у нас существуют.